Здравствуйте, приветствую вас, Одесса, 3 февраля. Сегодня с утра прочла такую новость, как бы комментарий. Почему ЮНЕСКО для Одессы – это победа? Такой вопрос задал мэру города Геннадию Труханову журналист телеканала «Франс-24». И вот какой был получен ответ. По мнению мэра города, внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это мировое признание. Для нас это было целью еще до войны, но сейчас это еще актуальнее, ведь согласно условиям конвенции о всемирном наследии 194 государства-участника конвенции обязуются не употреблять никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести вред объекту всемирного наследия и способствовать его охране. В том числе и Российская Федерация, которая всячески пыталась помешать нашему принятию в список. Вот такой получен ответ, комментарий, разъяснение, но при этом у нас уже сегодня опять воздушная тревога сработала. Можете в комментариях поделиться своими мыслями, своим мнением. Постарайтесь, чтобы оно было корректное. Всего самого наилучшего, хорошей жизни, остаемся на связи.